Вот третий зал. Жена еще одну в третьем этаже. Здесь тоже, да, такая легкая, непринужденная атмосфера. Напоминает технику Батика. Но нет, это масло. Тут люди с аудиогидами ходят и слушают. Тоже, опять же, здесь скамейки для сидения. Это, кстати, довольно-таки неплохо. Здесь какая классная соломенная штука. Стул. Из обычного стула сделали экспонат. Классно, да? Борис Десятин, портрет художника Владимира Кузьмина. Может, это и прикольно воспользоваться аудиогидом и ходить вот слушать, что картины говорят, не знаю, честно. Но мне так прикольнее, потому что я чувствую свою эмоцию, которая у меня вызывает та или иная картина, а не вот... Хотя, возможно, так проще понять художника, что он, в принципе, хотел передать. Но галерею посещение рекомендую однозначно всем, причем.